Когда еще представится такая замечательная возможность окунуться в манящий и загадочный мир телевидения, а быть по ту сторону экрана? Решая вопрос, как весело и нетривиально отпраздновать День студента, ребята из территориальных советов молодежи ухватились именно за эту задумку – представить на суд публики новый молодежный телеканал. К тому же некоторые из них обладают определенными навыками и опытом. Больше всего нас задела идея именно молодежного телеканала, мы его так назвали, ТСМ-ТВ, потому что в него входят люди, которые занимаются этим практически каждый день. Люди в ТСМах, есть такие люди, которые занимаются медиапространством. Они выкладывают фото, монтируют видео для мероприятий разных. К презентации первого эфира его создатели подошли очень ответственно. Здесь все по-взрослому. Есть не только ведущие, но и режиссер и продюсер. А сетка вещания состоит из самых популярных программ. «Танцы со звездами», «Давай поженимся», «Битва экстрасенсов» в исполнении ребят смотрятся очень по-новому и вызывают в зале яркие эмоции, будь то смех, удивление или радость. И куда же без Comedy Club, столь популярного среди молодежи шоу? Так, ученик, сегодня мы с тобой будем учить алфавит. Это что за буква? Поддержать ребят приехали и представители власти нашего муниципалитета, которые высоко оценили их творческие начинания. Здорово, что это была такая инициатива, которую они вынашивали достаточно давно, с наших еще молодежных форумов по делу. Они высказывали такие пожелания и сами при помощи нашего управления культуры по делам молодежи и спорту подготовили именно сегодняшнюю презентацию. Я думаю, что сегодня будет большое количество новых открытий. А что же основная целевая аудитория ТСМ-ТВ? Парни и девушки остались под впечатлением от увиденного. А значит, рейтинг этого телеканала, если таковой появится, будет на высоком уровне. Мне очень понравилось, и учитывая то, что это самые первые шаги этого проекта, они достаточно успешные, народу пришло много, и на лицах видно то, что всем нравится, и мне тоже. Было бы очень хорошо, если бы эта идея пошла в жизнь, ведь ТСМ-ТВ – это реально здорово и показывает молодежи, сколько всего интересного можно делать. Завершилась вечеринка в честь презентации телеканала ТСМ-ТВ дискотекой. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Ольга Садовская. Видное ТВ.